Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Feel. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на царство. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Белая королева» – история трех разных и вместе с тем одинаково амбициозных женщин, стремящихся добиться власти любыми способами. Это Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл. Борджиа. В конце 15 века в руках Папы Римского сосредоточилась неограниченная власть. Он мог короновать и свергать королей, изменять судьбу империи. Некогда доброе имя церкви стало теперь ассоциироваться только с коррупцией и безнравственностью. В 1492 году, после смерти папа Иннокентия VIII, престол святого Петра занял Александр VI, Родриго Борджиа, который вписал в историю имя клана Борджиа отнюдь неблагими деяниями. Игра престолов. К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности, Эддарда Старка, в мире, где все, от короля до наемника, рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждения тьмы из легенд далеко на севере, и лишь стена защищает живых к югу от нее. Еще одна из рода Болейн, 2008 года. Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией своей семьи, борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования. Тюдоры. Публичная и тайная жизнь представителей династии Тюдоров, противоречивого периода в жизни Англии, процветание и разорение, мудрость королей и деспотия тиранов, скрытые аспекты жизни величайших деятелей того времени. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!